прощательный марш. Олечка, для тебя, которая рассказывает мне до сих пор, что меня любит, после того, как с другим типом за 2 дня замутила. А играет у нас советский марш прощания славянки, специально для Оли Заяц, которая жила в моей квартире год. Которая жила в моей квартире год, и тут такое глупое расставание. Ну, как говорится, каждый пожинает плоды того, что посеял. Ой, Олечка еще сумочку забыла. Мне тут уже такси звонит. Ну, будем прощаться. Успехов тебе, в добрый путь, любимая! Нет, прощание славянки — это просто вообще просто филигранное, я не знаю, прям момент этого и видео, да. Всем здорово, Саныч на связи, да. Я не знаю, ребята, постанова или нет, как бы, ну как там сильно с, может, подпил немножко, да, как бы на горестях, да, как бы. Вот, и прям какой-то сильно он веселый такой, как бы, и прям, ну, мне кажется, постановочный. Но это, блин, рыдает, да, в принципе. Ненавижу тебя. Конечно, она будет его ненавидеть, ведь он, негодяй такой, взял и помешал ее планам. Она-то хотела как? Она хотела женского счастья же, да? Вот. Ну, порезвилась там с возгенщиком. Ну, что такого? Ну, что здесь такого? Ты что, не настоящий мужчина? Ты что, не прости, что ли? Ну, люблю-то я тебя. У меня к тебе чувства. Причем тут член возгена, как бы? Ну, больше он, ну что? Ну, и что такого? Ничего страшного здесь нету, как бы. Помой меня, возьми полотенечком, вытри, как бы. Ты же настоящий мужчина. В чем проблема? Как тебя воспитывали? А если нет, значит, ты козел.